На стадионе «Труд» состоялся турнир на Кубок генерального директора производственного объединения «Маяк» Михаила Похлебаева по хоккею в валенках. Я вас поздравляю, спасибо вам за то, что вы здесь. Ну и какой день! Главными организаторами соревнования выступили профсоюзные организации завода химического производства и радиохимического завода. В первой группе встретились команды подразделений производственного объединения «Маяк» и администрации города, во второй команды отряда студенческой стройки «Мирный атом» 2017 и команды школы 33. Студенты из Томска в 4 часа утра только добрались до Озерска, а уже в 11 часов вышли на площадку, чтобы побороться за кубок генерального директора «Маяка». Мы были интимно за них болели, мы хотели, чтобы они победили, но чуточку не удалось, но ничего страшного. Шайбу! 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 Среди болельщиков самыми активными были студентки из строительного отряда «Вега» из Воронежа. Их горячая поддержка позволила свести матч в ничью со сборной бойцов студенческих строительных отрядов из Челябинской области. Я думаю, что все будет хорошо. Энергии мальчиков много еще и греются на льду. Мы за них болеем, тоже греемся, мороз не страшны. В играх турнира приняли участие 10 команд. В финале встретились победители своих подгрупп команда радиохимического завода и команда школы 33. Кубок достался заводчанам. На втором месте команда школы номер 33, а третье место у команды завода химического производства.